я сама лично впервые в Таджикистане, в Душанбе. Этот город, эта страна превзошел мои ожидания. Я не думала, что эта страна, она такая красивая. В Таджикистане я впервые, раньше никогда не бывал. Скажу, у меня море эмоций, море впечатлений. Первое, что бросается в глаза, это зелень. Очень много деревьев, очень много цветов. Каждое наше здание – это конкретные шаги. Потому что мы друг друга поддерживаем, в первую очередь, как люди, которые живут в этом мире. Поэтому мы вместе, мы поможем друг другу во всем. От этого мы станем только сильнее и сможем делать то кино, которое хочет наш зритель видеть. То кино, которое сделает нас чище, добрее и лучше. Я думаю, что цель одна – сделать нас друг друга еще ближе. Для чего? Для того, чтобы мы создавали кинопродукцию для наших народов во имя дружбы и единства наших стран. Спасибо. Сложная работа, безумно сложная. О том, как это все создается, мне хотелось бы рассказать хотя бы в общих чертах студентам, как именно, какими проблемами сталкивается режиссер, когда хочет сделать, например, музыкальный фильм или даже не музыкальный. Мы на сегодняшний день определились с эпизодами, определились с сюжетной линией, по которой будет идти нарратив фильма «Джами и Наваи». Конечно, было непросто. Были споры, были дебаты, были обсуждения. С обеих сторон мы обсуждали каждый момент, согласовывали, конечно же, с учеными литературоведами. Но пришли к тому, что все-таки мы должны остановиться на фигурах Джами и Наваи в контексте дружбы, потому что на примере дружбы двух этих великих деятелей, как об этом указывали наши многоуважаемые президенты, мы должны дать понять нашему зрителю, что на основе просвещения, на основе процветания государств лежат не военные конфликты, а именно лежит дружба, которая способна предотвратить любые какие бы то ни было конфликты. Во-первых, я хочу искренне и от всего сердца поблагодарить наших таджикских коллег, Таджикфильм, руководство Таджикфильма, посольство Таджикистана в Узбекистане за тот теплый прием, который нам оказывают здесь, на братской таджикской земле. И хочу сказать, что вот то праздничное настроение, которое мы сейчас видим, предвкушение, народ собрался в предвкушении того, что сейчас будет представлено фильм, открытие будет, и представлены фильмы с Узбекистана. Это очень здорово. Здорово, потому что это фильмы нового Узбекистана. Фильмы благодаря тому, что сегодня в Узбекистане развивается кинематография, благодаря вниманию президента нашей страны, создаются фильмы, которые мы уже имеем возможность приезжать
и привозить сюда, и показывать. Зрителям будет интересно, и они смогут с большим удовольствием посмотреть эти картины. Ведь отбирали мы все вместе в составе агентства кинематографии Узбекистана для того, чтобы показать таджикскому зрителю. Мы прежде всего задались для себя вопросом, что именно мы хотим показать таджикскому зрителю. И именно остановились на этих фильмах. Я надеюсь, что им это понравится, и зрители будут рады. Дорогие друзья, дамы и господа, недаром говорила наша поэтесса: «Харчи боша дар олан, дусти нарава дазмол». «Шоди боша дьоки гам, дусти нарава дазмол». Анамина бабародоромон тагдим икнем, ки оянда хаёти мо у шумо якмушки тинь бошад, дуюшки дусти у бародари бошад, сеюшки кинои тоджик у узбек рушт кнад, ва дусти мо абади монад. Ташкент, руление. Доброе утро. Узбек 101, проверка связи. Бриз Бринч рейс экипажа Американин Брорт аэропортке конмаген. Командир, это очень опасно! Kutilmagan sovg'alardan iborat. Toshkentga! Ola! Kutlik to'yni ko'rishlar uchun butun umrimni qurbonlikka keltirish. To'y dedilarmi? Demak, to'y. Bu vaqt qisqirmaydi. Находится под пристальным вниманием основателей мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмана. В 2015 году был создан постоянно действующий совещательный орган Правительственный совет по развитию национальной кинематографии. Отрадно, что из года в год увеличивается государственное финансирование и создаются благоприятные условия для производства фильмов, обновления творческого состава из числа молодых специалистов. Надеемся, что сотрудничество в области кинопроизводства внесет огромный вклад в расширение взаимоотношений между нашими странами. Мы сегодня хотим сказать, что уже заложили основу для нашего сотрудничества кинематографии Узбекистана и Таджикистана. Создание фильма о великой дружбе наших двух великих верхних просветителей, поэтов Абдурахмана Джами и Алишера Наваи. Также мы обсуждаем очень интересный проект, тоже находится в завершающей стадии первого этапа. Это проект «Невидимая звезда». Это очень трогательная история, которую мы тоже должны, я думаю, создавать кинопродукцию для молодежи. Потому что и в Узбекистане, и в Таджикистане основное население – это молодежь, и они очень важно создавать тоже продукцию, которая будет служить изменению наших народов.
Я думаю, то, что мы делаем, наш совет директоров каждый раз, каждые 3 месяца, 4 месяца мы встречаемся, и мы составляем какие-то планы. Это очень хорошо. 30 лет мы ничего не делали. То есть мы отдалились друг от друга, не было ко-продукции, и настало сейчас время, есть все условия для этого. И у нас, и у вас, и в Казахстане, в Беларуси, все условия. Есть студии, есть актеры, есть режиссеры. Самое главное, есть желание. И я надеюсь, что в августе месяце мы планируем пригласить всех присутствующих, и кто не присутствует, и в совете директоров наших ассоциаций, в нашем городе Петербург. Мы к этому готовимся, и я думаю, что сегодня проработаем очень эффективно работаем, и в том числе мы ставим свою концепцию нашей эффективной работы, которую мы хотим реализовать уже в Петербурге. Сегодняшняя встреча, будет важной для дальнейшего развития наших совместных проектов. Есть предложение создать нашу ассоциацию, сделать общественным объединением, штаб-квартиру этой ассоциации разместить в Ташкенте. Почему? Я хочу объяснить. Мы не будем в дальнейшем только ограничиваться СНГ. Могут входить в нашу ассоциацию киностудии других стран, которые имеют статус государственной киностудии. Это студии Китая и других стран. И я думаю, геополитическое такое же размещение, географическое, оно очень удачное. В Ташкенте разместить вот этот штаб нашей ассоциации. Я думаю, что это очень необходимо, и я надеюсь, что количество стран-участниц будет увеличиваться. Приветствуем вас на нашем замечательном празднике творчества
кино и самых светлых эмоций. Мы вот эти дни наслаждаемся вами, наслаждаемся удивительной нашей страной, нашей, я говорю, видите, Таджикистаном, потому что вы в нашем сердце. Поэтому давайте дружить, давайте любить, как говорит Булат Куджава, давайте воспитать друг друга, восхищаться. И еще раз огромное спасибо. Как говорят на Востоке, мир вашему дому. Ты песня моя, обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму с неистовой силою и слезами, и стихотворениями обожгу себя добрую, милую. Нам дали кусок свою душу узбекским братьям, и остался половина, и вот это мы дадим белорусским кинематографистам. Найти здесь мечтателей, чтобы загорелись волшебные свечи. Остановись, Мортис. Лови! Смелость или города берет. Давай держись, сейчас за помощью сбегаем. Родионов, выходит, она была сделана на заказ. Обалдеть, первый в мире комп. Другие годами ищут, и все впустую. We'll be right back.